3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о документах, необходимых для надлежащего оформления отношений по суррогатному материнству. Гомельчанка Алена интересуется, можно ли в Гомеле заключить договор о суррогатном материнстве или нужно ехать в Минск. Ответ у эксперта программы нотариуса Гомельского нотариального округа Лидии Грековой. Лидия Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Конечно, для того, чтобы удостоверить договор суррогатного материнства, необходимости ехать в Минск нет. Гражданин по своему выбору имеет право определить место удостоверения договора суррогатного материнства. Договор суррогатного материнства может быть удостоверен любым нотариусом Республики Беларусь. То есть я еще раз повторяю, что человек, лицо, которое намеревается заключить договор суррогатного материнства, самостоятельно определяет, где ему удобнее и проще оформить этот договор. Договоры суррогатного материнства в Республике Беларусь оформляются с 2006 года. Договор суррогатного материнства заключается между суррогатной матерью и генетической матерью, либо женщиной, которая воспользовалась донорской яйцеклеткой, в письменной форме и, как я уже сказала, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. По договору суррогатного материнства суррогатной матерью может быть женщина, которая состоит в браке в возрасте от 20 до 35 лет и имеющая хотя бы одного ребенка. Услугой суррогатной матери может воспользоваться только женщина, которая по медицинским показаниям не имеет возможности выносить и родить ребенка, либо беременность связана с риском для ее жизни, либо для жизни будущего ребенка. Существенными условиями договора суррогатного материнства, они перечислены в законе о вспомогательных репродуктивных технологиях Республики Беларусь, которым и руководствуются нотариусы при удостоверении данного вида договоров. Одним из этих условий является размер оплаты, которую получит суррогатная мать за оказание такой услуги по вынашиванию и рождению ребенка. Безвозмездное заключение договора возможно на безвозмездной основе в том случае, когда суррогатная мать является родственницей генетической матери либо женщины, которая намеревается воспользоваться донорской яйцеклеткой, либо родственницей мужа такой женщины. Кто будет являться родителями ребенка? В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, будет являться генетическая мать, либо женщина, которая воспользовалась донорской яйцеклеткой. Отцом такого ребенка будет являться супруг генетической матери, либо женщины, которая воспользовалась донорской яйцеклеткой, если он имеется, конечно, у нее. Что касается возможности оспорить отцовство или материнство ребенка, рожденного суррогатной матерью, то законом такая возможность не предусмотрена. То есть ни суррогатная мать, ни генетическая мать, ни женщина, которая воспользовалась донорской яйцеклеткой, ни их супруги, если они в установленном порядке дали согласие на заключение договора суррогатного материнства, не вправе оспаривать отцовство либо материнство ребенка, за исключением случаев, когда достоверно известно, что беременность суррогатной матери наступила не в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Спасибо, Лидия Петровна. Я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.